Приветствую всех на канале Татьяна. Сейчас я нахожусь на площади в Каменец-Подольске. Вот детки подошли, рассматривают памятник туристу. Сейчас у них здесь играет музыка и будет вот на сцене концерт. Там вот пысанка такая. Красивые такие костюмы обалденные. Детки ждут концерта. А вот очень понравилась церковь. Вот так вот ее красиво тоже украсили. Пришли мы вот на такую площадь, дошли до рынка Старобульварный. А вот это площадь, которая дальше ведет к замку. И на площади вот стоит такая вот очередная церковь, скажем так, вот такой вот глобус и Мрия Казака. В общем, такая маленькая экскурсия по такому тоже небольшому городу Каменец-Подільський. Вот такой маленький рыночек. И здесь вот много-много всяких сувениров можно купить, игрушек, вот мечи, луки, стрелы, вот даже вот так вот интересно. И есть даже вот вышиваночки. Ну, в общем, всякое такое. Сувенирчик какой-то привезти надо будет. Какие вот магнитики интересные. Ну, стоит 1 евро магнитик. Нашли вот очень красивое такое кафе. Ресторация называется. С такими вот кафе Ника. Ресторация Ника с такими цветами. И вот с такой невестой. Очень интересно. И все так красиво. Туристов много ходит, но не так много. Но кое-что увидеть можно. Цветы живые. Вот можно на втором этаже посидеть.